Так, ну что ж, мы его обнаружили. Что-то я затупил, начал снимать, ничего не сказав. Приветствую вас, дорогие друзья! Я забыл с вами поздороваться. Вау! Так, чего это у нас тут? Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Или не обойдет, Гошан. Тут ты не сможешь пройти. Ну ладно, теперь мы знаем, что он там. Вряд ли он нас, конечно, заманивает, но мы пойдем за ним. Проблему с лагами я решил, выключив Google Chrome. Прикиньте, перейти в мир призраков. Так, он тут блуждал. Знаете, когда играешь за такого имба-героя, особо не беспокоишься о... Так, чего это? Чего это такое? Время воспоминаний? Да. Понятно, то есть он из другой эпохи. Все. Босс! Воу-воу-воу, это не босс. Ну, может и босс, но... Чтобы перейти в режим стрельбы. Хорош. Хорош. Ладно. Так. Пойдем все равно за ним, я думаю. Правда, не уверен, что мы оттуда пришли, но, видимо, да. Эх, какая красота. Так. Воу. Постарайтесь быстрее уничтожить охотников, чтобы уклониться от копий. Каких охотников? Воу. Тихо. Давай налево, охотники опасны, ребят. Надеюсь, они своих тоже могут убивать. Да, отлично. На них еще животное напало. Нет, не надо животное бить. Господи, оставь его в покое. Пипец, он меня пробил. Треклятый. Надо убить копьеносцев. Есть, один готов. Так, надо его добить. Либо... либо допросить. Так, ну-ка, что ты можешь мне сказать, мой милый друг? Забавно. Место неизвестно. Ну, я думаю, что все-таки стоит тут всех этих убить на втором ранге, чтобы двигаться дальше. Седьмого уровня? Да офигеть, они что, просто каждый будет по-своему выглядеть? Разрабы просто красавелы. Боится челюсти, клыков, когтей, смерти. Все, конечно, очень интересно. Но будем знать. Не, он не новая цель. Не, он не новая цель. Так, этот готов. Да, он ушел налево, но... Ага. Sneak up on me so easily, eh? No! No, don't hurt us! What does he know of it? Bright Master! Yes, we know his Bright Master came to us in our dreams. See? Precious. It's
is. I swore to serve the Black Master. He takes him to his treasures. I do not trust him. But we need him. Do not wish to know who I am. Голова такая катится. Так, задание выполнено, отлично. Куча опыта и уйма забав. Так, нам надо здоровье пополнить. Еее. Бинго. Походу новый уровень. Так, новое задание теперь доступно. Давайте взглянем на новое задание. Это вот это, что ли? Ну это, по-моему, не основное. По приказу темного властелина его схватили и бросили в яму. Его должны были зарубить, чтобы остальные поняли, что он тоже смертен. Он убил всех своих противников, в том числе тех, кто его схватил. Создайте легенду меча Урфаэля. Ну, походу... А, вот еще, смотрите, один. Он пел гимн, когда враги напали из засады. Это была их последняя ошибка. Создайте легенду Лука Аскара. Тут свои какие-то приколы есть. Так, мы сейчас вот тут. А задание-то где? Я что-то не пойму. Ну, целью мы выберем, наверное, вот этого послабже. А хотя, стоп, погодите-ка. Кто из них? Нет, стоп, погодите. Я еще не справился. Стоп. Так, этот у нас... А, они все далеко находятся, кстати. Они, походу, вообще в одном месте. Что тоже забавно. Да, давайте вот этого убьем, он прям совсем рядом. И будем таковы. Но что с Горлумом-то? Он просто исчез, типа, и все? Мы за ним последовать не можем. А что это там такое находится здесь? Понятно. Здорово, дружок. О, это он, что ли? Так, в чем это он? Так. Хана тебе, дружок. Ах вы... Так. Спокойно, ребятки. Щит у вас тут много набралось. Вот этого надо добить. Еее. Ах ты, маленький. Пробил ты меня. Ой, ой, нельзя уклониться от его атаки. Это что-то новенькое. Что? Твою налево. Тихо. А, у него шлем. А, тихо. А, не дали добить. Тихо, Гошан, сосредоточься. Есть! Фига! Я ему еще и воткнул. Тихо. Пипец. А, они еще в меня что-то кидают. Стоп, Гошан! Твою налево. Сейчас будет сложно. Есть! Успел опять. Хорош, игра хардкорная. А, в сторону. Блин, тут главное с этими мелкими разобраться. О, да почему их трое сбежалось? Господи! Знаете, ребят, надо отступить, я чувствую. Значит, нам тут... О, он на моей стороне! Твою налево, Гошан. Тихо, это интересный момент, не умри. Так. Что? Мне вообще не предложили ничего. Офигеть. Может, я что-то упустил, но, по-моему, мне не предложили ничего. Какого фига? Парень там за меня начал сражаться. Это было довольно забавно. Сила выросла до 8. И кто-то стал новым капитаном. Этот выжил, силу поднял. 11-й! 8-й! Они вообще втроем на меня напали! Твою налево, какие у меня были шансы, Тань моя? О, господи, какого фига они все вместе напали на меня? Кто-нибудь знает? Ладно, давайте тогда
пойдем в другую зону сокрушать их. Ладно, одного бы я этого сокрушил бы еще, но... Они напали на меня одновременно. Ладно, погнали дальше. Боль и унижение, что не поделаешь. Так, что это там за кулак? А, понятно. Задание по спасению изгоев. Так. Привет. Я понял, как их добивать. Господи, это все так просто оказалось. Задохни, тварь. До свидания. Все. Игра заметно упрощается. Так, теперь доступно прикусить язык. Так, попробую спасти твоих друзей. А то у нас сейчас задание. Может, башня? Вау. Понятно. Но, выходит, мы его убить не можем. Ой! Твою налево. Я нечаянно его убил, сбросить со скалы. Ну да ладно. Бывает. А ты чё, сам умный? А, он, вот он. А, у меня стрел нет. Ну и что? Так убьем. Воу! Да это непростой мэн. Black Blade. Посмотрим, что ты можешь сделать против меня. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так. Эти, он испугался. Да блин, хотел его догнать, но из-за этого парня не получится. Так, она тебе. Да, убежал. Не, подождите, я еще могу догнать, походу. Ладно, попробуем. Я, правда, мало хпшки, но... Но он еще... А! Да почему? Я не могу по этим штукам лазить. Какого фига? Не, слушайте, меня тут, скорее всего, убьют. Если уроки заметят вас, они поднимут тревогу. Ладно, крепость для меня это слишком. Еще один! Какого фига? I will end your useless life. Ладно, быстрее его убивать, пока тут подмога не пришла. Пес, этот парень сильный, походу. Так. Отлично. Бам-бам-бам. Он уж, походу, готов убегать. Бам. Готов. Мхахашки. Так, боевой спас... Нам после его убийства восстанавливается здоровье. И это прекрасно. Так, восстанавливает сосредоточение. Уровень врага 11. Значит, нам и силы 11 дали. Прекрасно. Может, нам какую-то новую способность дадут? Давайте прочекаем. Да. Еще и рунки новые дали. Так, ну тут понятно. На лук! Восстанавливает 38 сосредоточения процентов при любом ударе из тени. То есть, если нас не видят, то мы, получается, восстанавливаем сосредоточение. Ладненько. Погодите, я забыл посмотреть улучшение. Что у нас тут есть? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что у нас тут нет? Не знаю, почему-то мы не можем пока вот эти вот открывать. До следующего уровня... 94 нам надо. А, я понял, эта шкала заполняется, дает нам очко. А это очко мы можем как хотим использовать. Так, стреляем по кострам с бочком и взрываем их. Ну, давайте эту штуку возьмем.
Я только за. Все, погнали. Мы тут, походу, рядышком уже с заданием. Я, правда, не уверен. Цель находится здесь, мне сказано. Воу-воу-воу-воу-воу. Что это за звук был? Ладно, отвалить отсюда, я думаю. Так. Пес, манкаш умеет лазить, спору нет. А вон и цель, кстати, наша. Так. Посмотримся. Ага. Ясно. Так, походу справа человек. А это уже труп. Это уже труп. Нас, правда, лучник заметил. Но... Не пали нас, раб, не пали. Так, надо достать это. Попробуем его по-хитрому убить. Еее! Разработчики все продумали. Ладно, где там нас, наша база? Ага, вон она. Давайте ее активируем. Так. Ой, она далеко-далеко. Пофиг. Нам надо с целью нашей справиться. Такая мясная игра, просто дичь. Чего у нас тут? Прыжок веры. Тихо. Аккуратненько. Ой, вот этот жирный. Надо его в первую очередь убить. Эбам. Эбинго. И вот это вот тоже. Вы свободны, рабы. Вы свободны. Не прекращай бороться, рейнджер. Ладно, это все, конечно, весело, но нам нужно выполнить задачу. Так, у нас там наверху сведения. Тихо. Давай, давай, давай. Что? На них напал кто-то. Давайте этого сокрушим. Так. Так, готово. И посмотрим, как они там сражаются с этим парнем, да? По идее, мы можем как-то на него залезть. Оу. А, у меня нет, нечем в него стрелять. Пипец. Эта тварь сейчас всех убьет. Стой, тварь. Не знаю, как-то я могу его оседлать. Потому что вообще у меня такая способность есть. Но... Ну-ка, иди сюда. Допросить. Empty your mind! Давайте узнаем что-нибудь о... О вот этих крутых пацанах. Ижга певец. Годится тем, что его руки в крови еще облизывает пальцы. Вот наглый урод, ненавижу его. Задохни! Задохни навсегда. Так, ну чё? Чё у нас там? Да, задание рядышком. Надо его выполнить. Опять они там над рабами издеваются, но мне как-то... Тихо. Так, спокойно. Эбам. Раб, ты свободен. Топ не упади, смотри. Ха. Ладно, тут у нас где-то ползает этот парень с луком. Надо его в первую очередь убить. Так. Готово. Там, походу, какой-то гигантский монстр. Вдалеке. Так, жалко, мы двоих не можем убить. Но... Может быть, если мы этого убьем, меня не заметят. Да, похоже на то. Это радует. Так. Ах ты маленький! Не успел. Не успел среагировать. И там у нас спрятана тварь. Но я не знаю, кого оседлать. Поэтому я даже пробовать, наверное, не буду. То она меня еще убьет. Мухахашки, мухаха. Так, а вот там что? Ход там какой-то гигантский-гигантский монстр. Да, так и есть. Я понять не имею, кого побеждать. Он просто всех побил. И сидит и жрет их. Рановато мне пока с ним связываться. Я потому что уже с ним связывался. Ничего хорошего в этом не было.
Так. Чего у нас там? Да, задание, вот чего. Что-то он как-то далеко спрятался, вам не кажется? Мы уже полчаса ищем. Так, я что-то не пойму. У меня есть... так, масштаб изменить. У нас есть... А, во-во-во-во-во. Это чего? Это у нас противоборство. Получить особую награду. Уроки ведут бесконечную борьбу за власть. Это я тоже понял. Правда, я не понимаю, где мне особое задание искать. Может быть... Не, мне надо продвинуться по сюжету. Для этого, видимо, надо башню взять. А где я нахожусь? Кстати, недалеко. Ну, давайте, ладно, активируем башню. И тогда посмотрим, что да как тут в округе. Может, тогда нам покажут, где задание взять, чтобы его выполнить. Так. А, можно еще рабов спасти. Блин, игра просто мясная. Вот просто мясо за мясом. В общем-то, ух ты. Только гляньте. А, не, я думал, это все враги. А тут всего... Рабы такие беспалевные. Так. Да нет проблем. Да мы поняли. Не знаю, надо ли мне сюда вообще подниматься. Да, надо, надо. Опа! Пипец, круто нарисованный. Хана тебе, дружище. Если ты один, то тебе хана. Ха. Лови. Они его еще тоже пытаются убить. Тихо! Тихо! Ой-ой-ой, что-то у вас много скопилось-то тут. Ах ты, да дайте мне убить вашего капитана, господи. Надоели. Ой, уже в меня стрелять начали. Отлично. Ах ты! Смотрите-ка, разрабы все предусмотрели. Походу, его проще добить. Пипец их тут скапливается. Просто немерено. Опасность! Опасность! А-а-а! Есть! Может, они разбегутся теперь? Нет! И вообще на это все плевать! Воу! Что это было? Хорош! Вообще жесть! А, Гошан! А, все, у меня! Точно, я его убил, у меня здоровье восстановилось! Даже можно особо и не париться теперь. Бам! Сдохни. А, мясо! Мясо! Так, кто там балуется-то? Писёныш? До свидания. Так. Отлично. Это было прикольно. Мне понравилось. Так, как взять эту штуку? Вероятность восстановить одну эльфийский выстрел, выпуская стрелу из лука. Круто. Я согласен. Давайте возьмем эту штуку. Так, оружие, руны. И... Да, давайте возьмем, чтобы у нас при выстреле был шанс получить дополнительную стрелу, чтобы у нас в бою их было больше. Ну да ладно, надо передохнуть. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.